Лето – это не только период отпусков и поездок на море, но и квартирных краж. По статистике, именно в это время, когда собственность остается без присмотра, преступники активизируют свою деятельность. Для того, чтобы рассказать, какая ситуация складывается в нашем районе с квартирными кражами, как уберечь свое имущество от посягательств преступников, в отделе МВД по Славянскому району прошел брифинг с представителями средств массовой информации. Как рассказал журналистам начальник отдела уголовного розыска Максим Алексеев, в этом году на территории нашего района было совершено 17 квартирных краж. 8 из них раскрыто. Наиболее подвержены первые этажи кражам. Соответственно, проникновение проходит через окно, либо подбором ключа. В основном квартирщики совершают кражи техники, ювелирных изделий, денежных средств. Кражи совершаются в основном в дневное время суток, когда все находятся на работе. Будьте бдительными. Если около дома или квартиры соседей ходят подозрительные люди, сразу же сообщите в полицию. Уходя из дома, не забывайте проверять, закрыты ли у вас окна и балкон. Установите сложные дверные замки. В вечернее время есть свои меры профилактики. Профилактика очень проста на самом деле. Необходимо оставлять включенный свет где-нибудь, включать либо радио, либо что-то, чтобы дома говорили. Не обязательно отбугнет воров. Обезопасить свой дом или квартиру от преступников можно, обратившись к специалистам. Для этого нужно установить систему сигнализации и заключить договор с неведомственной охраной. Если кража все-таки случилась, взломаны замки, а в квартире побывали посторонние люди, сразу же вызывайте полицию по телефонам 02-210-72 и постарайтесь ничего не трогать. Полицейским легче будет раскрыть преступление. Анна Монастыренко, Сергей Тимовский, Александра Тимовская, программа «События».